Привет, народ, с вами Вячеслав Витик. Как вы знаете, на канале Александра Гельмана «Радостные шахматы» анонсировали шоу «Maven 2», или, как замечательно подметила Дарья Малышкина, «Maven 2», выпустили два промо-ролика. Ну и, собственно, в первом ролике мы знакомимся, внимание, с официальным лицом этого шоу. Это Дарья Малышкина. Также у нее есть сценическое имя Норка, насколько я понимаю, девушка пробует себя на музыкальном олимпе. Но, честно вам скажу, эта музыка не моего формата. У нас в школе на утренниках что-то подобное исполняли девочки. Но и то класса где-то до пятого, дальше музыка была, ну, чуть-чуть посерьезнее. Но речь не об этом. Что мы еще узнаем из этого ролика? Ну, Дарья нам рассказывает о том, что организатор, я напомню, это Роман Абуев, предложил ей поучаствовать в шоу, и у нее не было шансов отказаться. При этом на заднем фоне мы наблюдаем кровать, и у меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос: в каком шоу предложил поучаствовать Роман? Второй: можно ли приобрести на это шоу билеты? Ну и третий, собственно, а будет ли участвовать Катя из Maven 1? Ну, собственно, если ответы на мои вопросы да, то до вокзала мне недалеко, я собираю чемоданы. Да, двигаемся дальше. В конце ролика Дарья Малышкина интригует нас тем и задает вопрос, а, собственно, как вы думаете, в каком я платье буду? Ну, народ, ну сейчас уже не Советский Союз, платьем сейчас никого не удивишь. Поэтому, собственно, подарю идею организаторам. Как вариант, для этого понадобится всего лишь хромакей. Локацию выбираем, это, ну, допустим, Майами Бич, пляж. Как вы понимаете, на пляжу платья не нужны. Ну и, собственно, на мой взгляд, будет креативно. Где-то рядом на шезлонге может восседать Александр Гельман. Ну и там пляж большой, там можно и по правой, и по левой бровке зажигать. Я думаю, что будет интересно. Да, двигаемся ко второму промо-ролику, который, собственно, касается меня. Самое интересное, пожалуй. Вновь меня вызывают на матч. Один и тот же человек. Андрей Савицкий, он же Дневник Шахматиста, канал на Ютубе. В таком, в рэпл батле интригующем, вызывает меня на матч, там подмечает какие-то мои достоинства и недостатки. Ну, конечно, очень все смешно. Вот. Но что по этому поводу хочу сказать? Ну, конечно, в рамках проекта, естественно, я уже об этом говорил, я принимаю вызов. Островитянин будет повержен. Да, кстати говоря, эту погремуху придумал не я, это кто-то в чате отметился на канале Александра Гельмана. Вот, поэтому будем наказывать, конечно, будем наказывать и принимать на грудку островитянина. Все у нас будет хорошо, я надеюсь. Да, ну и сразу скажу, что, к сожалению, я не владею пока информацией насчет участников. Вот, я сильно этим не интересуюсь, я даже не знал о выпуске этих роликов. Вот, посмотрел буквально вот вчера, да. Но на самом деле, что могу сказать, я думаю, что Роман, да и все, кто принимает участие в организации, движутся в правильном направлении. Что-то новенькое, что-то интересное, что-то интригующее, этого не хватает порой шахматам и каналам в целом. Поэтому я думаю, от этого выиграют все. Вы, собственно, зрители, мы участники. Да, я думаю, что на длинной дистанции от этого выиграют и организаторы. Поэтому следите за анонсами. Безусловно, если этот проект состоится, я думаю, в этом нет никаких сомнений. Приходите, смотрите, болейте. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо и до новых встреч.